Ну, бабулечка, расскажи, как тебя зовут, где ты родилась и когда? Зовут меня Мария Алексеевна. Родилась я на севере. Вот. Что еще? Где ты родилась? В каком селе или городе? Где ты родилась? Деревня Князевская. Вот. Архангельская область. Угу. Расскажи о своей семье. В семье нас было много отец, мама и пятеро детей. Один мальчик и четыре девочки. Отец у нас был священником. Он кончил духовную семинарию московскую и служил в церкви. Вот. Скажи мне, пожалуйста... Во время службы Пасха, праздник, отца забирают в лагерь. У нас лагерь находился в город Котлас, Харьяга. Там был адрес. То есть туда свозили всех заключенных. А потом и отца привезли. На второй день приехали забирать нас. А брат мой, когда узнал, что нас забирают в лагерь, он умер от разрыва сердца. Осталось нас четверо. Анна была замужем. Осталось сестра, трое. Вот. Анну не забирали. Анну не забирали, потому что она была под другой фамилией. А вот у тебя какая девичья фамилия была? Моя Некрасова. Угу. И папу твоего звали как? Некрасов? Некрасов Алексей Дмитриевич. Александр Дмитриевич. Алексей. Алексей Дмитриевич. Да. А маму как звали? Клавдия. Какой это был год, когда арестовали? Вот это, сейчас я скажу, это какой год расплачивали? Ну, в общем, 30-е годы, да? 30-е годы. А бабулечка, а какие у тебя самые первые детские воспоминания? Какой у вас был дом? У нас был... Детская избушка, была корова и лошадь. Больше у нас ничего не было. И дети. Угу. Вот и все. А ну, мы не жили богато, были бедны. Угу. Ну, понятно. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот когда отца твоего забрали прямо с пасхальной службы. Да. И когда брат ваш, твой брат старший Влас умер, дали вам время его похоронить? Дали один день похоронить. А на второй день нас забрали всех. Оставили в доме старуху. Твою бабушку. Мать отца. Как ее звали? 90 лет. Не помнишь уже, да? 90 лет. Забили окна, двери. Она живая осталась в этой квартире, доме. Угу. Ужас, да? Да. Осталась беспомощная старуха, да. 90-летняя, в доме заколочена. Заколочена. А дальше расскажи, что случилось с твоей сестрой Раей и с тобой? Да, она ж, когда привезли в лагерь к отцу, мы заболели тифом цепным, потому что... Бани не было, скучилось, было народу много, и мы завалили, и нас изолировали в отдельный барак. В отдельный барак? Да. В это время, когда мы были в этом бараке, тифозно. Отца, Ольгу, и отправили неизвестно куда. А мы, когда поправились, нас забрали в детский дом. В детском доме мы были 5 лет. 5 лет искали родителей. Не могли найти.
идти, потому что эти баржи, которые отправляли по Баренцевому Северному морю, делали дыры, пробоины и топили. И никто не знал, живы они или нет. Их увезли к река Печора. Да, Новый Бор. Там лагерь был. В этом лагере были... Заключенные со всех мест, да? Там были немцы Поволжья. Немцы Поволжья. Там были врачи с Ленинградской области, которые обвиняли в убийстве Кирова. Угу. В общем... Сколько народу было в лагере? Много? Очень много. Там сколько? 100, 200, 1000? Сколько? Не знаю, как. Не знаешь, но много. Да. Там были построены заранее бараки, и мы там...